Золотистый загар – обязательный атрибут летнего сезона. В сложившейся ситуации придется получать искусственным путем. В качестве идеи можно рассмотреть уникальное изобретение – единственную в России кабину бесконтактного автозагара. Принцип действия основан на биомагнитном поле, что обеспечивает безопасное и равномерное нанесение бронзатора, рассказывает СПА-оператор имидж-студии Елены Ивановой Евгения Лазуко. Это уникальная кабина. Распыление спрея загара производится за 6 секунд. Машина с помощью мелкодисперсных форсунок распыляет равномерно состав. Добро пожаловать в уникальную систему распыления загара макияжа Dead Soul Sun Makeup. Когда вы будете готовы к началу сеанса, поставьте ступни ног на специальные металлические пластинки, став лицом к колонне загара. Вы услышите шум от воздушного потока непосредственно перед тем, как начнется распыление. Когда начнется распыление, непрерывно и медленно поворачивайте корпус тела из стороны в сторону для равномерного распределения спрея загара. Состав полностью натуральный, на основе тростникового сахара. При такой системе нанесения автозагара исключается воздействие ультрафиолета. Средство наносится на кожу и вступает в реакцию и дает очень красивый оттенок. Для того, чтобы загар держался дольше, перед сеансом рекомендуется провести скрабирование. Капсула фламинго, которая создает в ограниченном объеме эффект хамама, то есть распариваются верхние слои кожи. И за счет того, что мы скрабами ухаживаем за кожей, снимаем верхний слой эпидермиса, у нас загар будет держаться дольше. Бразильский загар без визы и перелета. Звучит фантастически, но это реально, причем всего за 6 секунд. А в течение 4 часов после процедуры пигмент взаимодействует с кожей и окончательно схватывается. После этого необходимо принять душ и наслаждаться бронзовой кожей. Кстати, загар не оставляет следов на одежде и сходит равномерно.